Хишки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Гриз, и в данный момент мы находимся возле вот этого вот непонятного устройства. Вкидываем сюда как раз таки... Ой. Это все-таки да, светильник какой-то, черепаха! Это черепаха, и она светится. Я говорил, ребят, там нужен будет какой-то светильник. Я был прав, потому что там будет глубины. Да, возле этого светильника мы нашлись. Взяли мы 6, получается, разных звездочек, открыли головоломочку прошлой серии, и все это красиво у нас получилось. Идем за черепахой, не отстаем, я так понимаю, без нее пройти в глубины вот эти темные, непонятные. Как бы назвать их? Ну, глубины, правильно, да? У нас не получится, потому что мы ничего не видим. И у нас персонаж просто-напросто боится туда идти. Ну, не то чтобы боится, он просто не может. Значит, боится она или нет, я на 100% сказать не могу. Так, ну и чё? То есть ты здесь останешь, черепаха? Вперед тогда. Ой. Ой, красота-то какая. Блин, знаете, такое ощущение, как будто бесконечный мир. Мир бесконечен здесь. То есть ты опускаешься куда-то, ты думаешь, вот уже все, что может быть в глубинах. Разумеется, ничего. А в глубинах еще один мир. Еще одна высота. И это офигенно. Видишь, мы подошли опять к этой девушке, ну, к статуе девушки. Здесь опять рука. Мы должны опять в руку подойти, да? Залететь в руку. Я с помощью водопада могу это сделать. Так, ну, помимо этого я могу еще туда пойти. Я пойду. Здесь ничего нету, как обычно. Думаешь найти секретики и ничего не находишь. Окей. Ну, выглядит так, как будто здесь есть секреты какие-то. Ну, ладно. Нам нужно по водопаду идти. Но мы все 3 цвета уже нашли. Зачем нам другие? Я так и знал, что она живет на самом деле. Ну, по крайней мере, откроет глаза. Офигеть. Может быть, какой-то оттенок добавился или что? Но мы находимся сейчас не в воде, получается, или что? Мы уже в звездном небе находимся. Желтый! Офигеть! Удерживайте L. А что такое Эль? Опять ты! Я знал, что это темная сущность опять. Но то, что это опять канарейка будет. Видишь, она превратилась... Офигеть! Это же угорь электрический, или не обязательно электрический, просто угорь. Уходим, уходим, уходим! Не-н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 е! Офигеть.
Жесть! Он преследует меня, он, видите, уже хочет меня уничтожить. А вот кто я для него? Почему я являюсь его противником? Это, может быть, я свет, а он тьма? Видите, свет появляется. Или все-таки будет кто-то, кто олицетворяет этот свет. То есть мы, как бы с вами получается, эти цвета запускаем, да, можно так назвать? То есть у нас есть возможность эти цвета находить и делать мир красочным. А вот эта вот темнота, черный цвет, да, видимо, не хочет, чтобы мир был красочным. Ему не нравится это. Он хочет быть, чтобы все было черным. И поэтому мешает нам постоянно. Видите, мы идем как раз таки по его миру, по черному. Как будто здесь что-то есть. Ну, секрет. Мастер по находке секретов в деле. По нахождению их. Так, окей, ладно. Это на шару получилось. Так, окей. Я говорю. То есть, скорее всего, это так и есть. Мы находимся сейчас в этом темном мире. И фонарики нам... Видишь, они больше не включаются. Именно в этом пространстве, в темном, где находится вот эта вот тучка маленькая, темная, чернильная. Мы не можем включить свет. То есть, даже касаясь каких-то вот этих вот светлячков... Не включается. Вот. То же самое пространство. Видишь, они уже здесь включаться не будут. А! Я так и думал, что так будет. Я не дамся тебе. Я не проиграю тьме. Я не проиграю тьме. Ничего, свет тебя уничтожит. Также звон, видите, уничтожает тьму. То есть... Я уже говорил, то, что наш персонаж... Не-не-не-не-не-не! Перестал петь. Черепашка! Она олицетворение цвета. Света. Не цвета, а света. Не путайте. То есть освещает нам путь. Благодаря ней, видите, мы спаслись. Может быть, помните колокольчики, которые звенели? Они отгоняли, получается, эту тьму. Может быть, и наше пение отгоняет? Только просто она не может петь. Или просто не хочет. Ну, по крайней мере, находясь под водой, точно не попоешь. Может быть, нам нужно именно достичь какого-нибудь другого места. Где это будет возможно. Окей. Там опять секрет сверху. Вот мне кажется то, что... Я зажал L. То есть ничего не происходит. Подожди, здесь вода есть. Плавать мне нельзя. То есть она на заднем плане находится. Может быть, отсюда можно спрыгнуть? Но я уже до туда не допрыгну. Вот в чем проблема. Умай. Надеюсь, то, что можно будет забрать секрет. Опять кристаллики. Окей. И здесь опять способность будет? Вы серьезно? Еще одна? Немного ли? Хотя способностей много не бывает. Воу! Здесь такие даже деревья есть освещающие. То есть мы подходим только в тот момент, когда мы подходим. То есть мы, нам, видите, показали то, что вот эти вот светлячки, они запускаются только в тот момент, когда мы рядом. Видите, я так не допрыгну, нужно сначала сюда идти. Светлячки запускаются в тот момент, когда мы к ним подходим. То есть в темноте нам это показывали. Когда мы плыли от этого угря. И здесь, в принципе, тоже самый эффект. То есть ты подходишь к этому древу,
И запускаются вот эти светлячки на этом древе. Ну, это листва, давайте так назовем. А на листве уже светлячки. Так, хорошо. Но мы вроде бы идем в правильном направлении. Вроде бы прям в нужную сторону. Но я имею в виду к секретику. Если это вообще секретик, а не очередная звездочка. Так. Видите, я не видел даже этого прохода. Вот те на. Здесь нельзя пройти. Здесь нельзя пройти. Ну нельзя пройти там, окей. А пролететь? Сюда залететь я могу, а смысл, да? Видимо, туда можно еще будет попасть. Но не сейчас. Но я должен проверить все равно. Должен проверить все вот эти вот колонны. Ну да, там, видимо, какой-то у нас будет... Какая-то способность, опять-таки. Либо эти колонны просто разрушатся. А, не, нифига, можно просто пройти здесь слева. Видите, грибочки зажигаются синим цветом. Смотри! А, во, я понял. Просто я видел, там есть проход, и думаю, почему нет прохода? Почему не могу пройти сюда? А видите, нужно было сломать. Интересненько. На самом деле, не обязательно понимать сюжет данной игры. Главное, чтобы вам приносило удовольствие картинка и музыкальное сопровождение. Потому что в данный момент я это чувствую, действительно. Это офигенно. Это классно, это красиво. Только я так и не взял тот секрет, я не знаю, как его взять. Видимо, возможно, мы вернемся еще туда. У нас будет уже способность та самая, новая, которую нам хотят дать. Уже после этого мы как раз таки вернемся в то место. Так, подожди-ка. Это просто вода, да? Окей. Не, просто мало ли это не вода, а блок, то есть на нем можно было стоять. Ой-ой-ой. Ну там секрет должен быть, право. Выглядит так, по крайней мере. Нифига. Вот именно что выглядит так. Я проверю все равно все эти места. Нема секретов. Как надо повыше. И здесь нема. Печально. Опа-на, мы пришли обратно так быстро? Нифига себе. Смотри, здесь все уже обрастает красивыми листьями, какой-то растительностью, да? Какие-то башни появляются. Ну, прикол в том, что у нас конец-то растет, а начала до сих пор нету. Ну, то есть вот это вот звездного моста. Звезды вот этих вот. Вот это очень странно. Окей, у нас появилось... Чё в этой части? Желтый цвет. А желтый цвет для чего? Ну, то есть мы были там, были тут. Может быть, у нас там что-то с растением произошло? То есть теперь мы можем туда пройти? Давай проверим. Во-первых, сюда проверим, можно ли пройти. Видишь, растение растет. Не, нельзя. Так же, как и внизу, в принципе. Видите, здесь вот этот стебель растет, он не дает нам пройти. К счастью или к сожалению, не знаю, это уже вам решать. Но мне кажется, там есть на что посмотреть, если честно. О, здесь эти
бабочки. Я их сначала не заметил. Ну вот и оно, в принципе, как я и говорил. То есть бабочки действительно ведут нас к чему-то интересному. То есть, видишь, здесь какие-то эти мотыльки теперь появились у нас. То есть мы идем к солнцу, к луне, к желтому цвету. То есть теперь у нас ночное небо, видите? Появилось вот этот желтый цвет. А желтый цвет здесь, наверное, ассоциируют как луну. Ну или что-то типа такого. И видишь, у нас появились такие красивые освещенные дорожки, лестницы. Они прям, знаете, прозрачные. Как будто они под лунным светом именно появляются. Ну, видимо, так и есть. Ой, привет, а ты что такое? Он, видимо, будет давать... Смотри, как офигительно. Без него не видно этого. То есть это лунный свет у этого шарика. Ну, или можно сказать, что-то такого. Именно свет, который дает нам возможность увидеть то, чего не видно обычным зрением. Опа. 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 На. Так. Вот мне кажется, мы идем к солнцу. Могу ошибаться вполне. А, то есть бабочки не сами по себе появляются, да? Не обязательно кувшин разбивать. Вода. А вот куда дальше идти, вправо или влево, я пока что не знаю. Я здесь еще не был. Смотри, новые бабочки какие-то появились. Воу! То есть они нам открывают локацию определенную. А они навсегда ее открывают или она сейчас исчезнет? Да, она исчезает, ребят. Она исчезает. Офигеть. То есть я должен успеть забраться сюда, к примеру. Ой-ой-ой, я упал. Обратно идем быстрее, иначе сейчас все исчезнет. Да, я долетел, все хорошо. Блин, офигенно, да? Это очень классно. А вот для чего эти бабочки мне нужны? Я же с ним могу, да, ничего сделать. Угу. Я просто думал до них как-нибудь долететь. Мне что-то подсказывает, что до них нельзя долететь. Ну да. Ну хотя бы до сюда долетел. Вот в чем прикол, смотри. Теперь-то я могу до них долететь. Ну то есть не долететь, могу их использовать. То есть нет теперь вот этого вот пространства. А-а-а, слушай, а если я попробую... Это как раз таки, наверное, и есть секрет. То есть мне нужно дождаться момента, пока исчезает все это дело. А в тот момент, когда она исчезнет, я смогу спокойно долететь до этих бабочек. Так это или нет, давайте проверим. Ну, не знаю, спокойно это или не спокойно, но... Всё... А, так я долететь даже... Смысл до них лететь, если я могу вот так вот сделать. Ты видел? А вот и секрет. Вообще красота. Вау, класс. А если я обеих бабочек возьму? Я смогу два раза использовать? Нет, не берет специально. Все сделано так, под расчет. Это был секрет? Серьезно? Такой простой. Видишь, половины башни нету. Так, а здесь зачем бабочки? Ну, там доверху можно долететь. Но направо нет смысла даже идти, вот в чем прикол. А вот здесь есть смысл вот сюда вот.
Опа. Видишь, это... Ой, фонарики, я понял вас. Там птичка держит, оказывается, тот фонарь. С лунным светом, как я предположил. Лунный он или нет, я не знаю. Это лишь мое предположение. Ой. Я думал, может быть, там что-нибудь есть. Смотри. Как будто виноград, да, какой-то лежит. Точно. Опять-таки колонна. Просто не обращаю внимания порой. Вот, показывает путь. Спасибо. Так, до них я не долечу, получается. Пока что, по крайней мере. Здесь есть вот эти. Бабочки. Ага, вот так, значит. То есть мне вот теперь вот эта канарейка нужна. Ну, не знаю, канарейка это или нет. Короче, птичка. Пойдем, птичка. Нам сюда. Без тебя я никак. Без тебя я как без рук. Оп. Ждем, пока она исчезнет. Прощай, птичка. На самом деле, мне кажется, там что-то есть. Зря я жду, пока она исчезнет. Здесь ничего нету, серьезно. Я зря ходил. Серьезно? Она исчезла так быстро. Ну то есть, а мне что нужно делать для того, чтобы она исчезла? Просто стоять? Просто я превратился в камень, решил попробовать. Может быть, действительно она сразу исчезает, она сразу исчезла. Ну то есть, видите, если я в камень превращаюсь, я просто мгновенно падаю вниз. Мне такого не надо. Просто стою, ничего не нажимаю. Ну? Птичка, исчезай, пожалуйста. Ух, бесконечный предел, я понял тебя. Я живой? Фух. Вот. Вот она, луна, как я и говорил, в принципе. Лунный свет здесь обязателен. Именно лунный. И как раз таки лунный свет как, отражает, видимо, вот эта вот птичка или призма, которую она несет, я не знаю, как это называется. Вот этот шарик, да? Окей. Бежим сюда. И, наверное, давайте на это закончим. Довольно-таки интересная серия получилась. С этим самым темным, с черепахой. Вау. Я не знаю, не перестану говорить вау. Эта игра вообще волшебная. Это интересно играется, это красиво все. Ты наслаждаешься картинкой, наслаждаешься атмосферой. То есть это не среднестатистическая игра, которую мы привыкли видеть. Говорю, по уровню сложности, вот этой рисовки, всего здесь анимации и всего остального, я бы сравнил это с Cuphead. То есть разработчики действительно старались. Старались сделать так, чтобы прям картинка... Картинка вас радовала, радовала ваш глаз. Если не ошибаюсь, как раз таки Devolver Entertainment, да, или как они там делают. Devolver Studios. Молодцы, постарались. С вами был Лекс, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, не забываем подписывать паблик ВКонтакте, ссылка в описании, шапка канала. Это была игра Gris. Будем дальше смотреть, чего нам еще может предложить эта игра. Пока что я действительно впечатлен. Всем доброго.